Как сделать резинку для волос? Понадобится резинка, ножницы и степлер. Резинку можно купить в магазине рукоделия на отрез по метрам. У меня есть резинка шириной 1 см и 2 см. Лучше использовать резинку пошире. Скручиваю резинку вот таким образом, так она будет получше держать волосы. С помощью двух скоб степлера делаю соединение. Отрезала резинку. Вот эту сторону лучше подержать немножко над огнем, чтобы резинка не распускалась. Часть резинки в том месте, где соединение, тоже подворачивается, скручивается настолько, насколько это возможно.